Ну что, ребят, как на вкус и запах рыба? Выглядит очень вкусно и пахнет очень вкусно. Да. Что, будете пробовать, да? Да, будем сейчас. Угу. Ну хорошо, берите тарелки. Ну и как вам рыба, ребята, очень по вкусу? Очень вкусно. Да. Да? Этот рецепт надо запомнить. Правда? Да. Очень вкусный рецепт. Ростислав, тебе тоже вкусно? Очень. Мне тоже, вот. Она вся хорошо пропеклась. И особенно у нас овощи придали очень хороший вкус. Вкус, да? Ты, Артур, еще добавь то, что мы все-таки добавили туда еще немножко морковки. Да. Чтобы был сладковатый вкус. Мы об этом не сказали в начале, говорим сейчас. То есть это было своего рода новшество наше. Да. Вот. А рецепт очень прост. Нужны овощи, которые у нас есть в доме. В основном это, конечно, морква, сельдерей, лук. Можно добавить перец красный и специи. Ну, еще мы сверху полили немножко майонезом, Хеллманнсом. И получился у нас такой изумительный вкус рыбы. Раньше мы еще делали скумбрию на костре. Да. Раньше. Тоже было очень вкусно, но это, вот это очень. Да. Да. Ну, я думаю, что наши подписчики, как бы они оценят то, что дети кушают и говорят. Ну все, всем пока. Дети, всем пока. Скажите пока. Пока. Приятного аппетита.